Пользователь Мурманского автомобильного форума Авто51 под ником Денис064 стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на улице Чумбарова-Лучинского рядом с магазином «Луч». Оно произошло 11 мая. В аварии пострадали два автомобиля – Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer. По словам сотрудников дорожно-патрульной службы, водитель Passat'а на высокой скорости не вписался в поворот, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с выезжавшим от луча Mitsubishi. В салоне Lancer'а находились двое человек, никто из них не пострадал, а вот в Passat'е в момент аварии сидели пятеро. Водителя и пассажира с переднего сиденья Volkswagen'а увезли на скорой. Остальные трое получили синяки и ссадины. Им госпитализация не потребовалась. Как позже оказалось, мужчина, сидевший за рулем Passat'а, был в нетрезвом состоянии. По счастливой случайности, из пешеходов никто не пострадал. По данному факту сотрудники милиции проводят проверку.